сквертус из неэтериновых синимита такси хальветекс. И дальше идет x, y минус x минус. Вот, а у меня там еще какая-то формула. Ты даун? Короче, я напишу... Давай-ка честно. Я напишу 1 плюс... Плюс 1. Равно 2. Тут стрелка, Саша. Сань, давай честно, на чистоту сейчас. Что? Сейчас на Twitch зайду. Давай на чистоту. Так, теперь... Вроде здесь я все уже сделал. Кто-то сейчас бухает, кто-то играет в группе. Кто-то сейчас... Рома. А кто-то сидит и мутит линеечки в Word'е. Господи. Чёрный. А. Я не буду делать до конца. Так, вроде здесь... Да чё ещё? Ах ты... Ах, так, шейпс. Кто-то играет. Ставка, фигуры. Кто-то сейчас... Рома. Туда мы делаем прямоугольники. Мутит линеечки в Word'е. Такие классные мы будем делать прямоугольники. Ура! Какого тебе надо цвета здесь принять? Да за какого? Да. Белого. Хорошо. Довольно. А он не белый, он синий. Чё нам? Конечно. Так, теперь белый. Ставка. Я просто обожаю чертить ворти, хлопцы. Давайте чаще. Что ты делаешь, да, он? Просто в семье не без уродов. People? Может это? Что? Может, ты рот закрой? Так. О, теперь, конечно, теперь синенький. Сейчас мы сделаем синенький. Я так люблю синенькие квадраты. Вот прям так... О, да. Как его сделать заштрихованным? Что это? Что это? Это у нас... Что такое? Сам ей расскажи, пожалуйста. Хочу поставить что-нибудь. А как сделать, чтобы она внутри была закрашена в рисунок? Что? Текстура. Черного канема. Так, на чем мы остановились? Я не буду делать это здесь. Это сложно. Сложно. Заливка фигуры. Гради. Такое вообще. Ладно, пусть будет такая. Вставка фигуры. Саня, открой свой Word. А, ну у меня, в принципе, то же самое. Господи. О. Чё? Как это сделать? Вы чё, Ты диаграмму рисуешь, что ли? Кто, я? Да. Да, я рисую диаграмму. Зафиксировать, перемещать стиль. Твари, просто твари. Стиль, заливка. Какая тебе заливка? Ну, вот такую хочешь? Получай. Ну, конечно, мне ведь не такую надо. Надо другую заливку. Но сейчас мы будем подбирать заливочку. А что у нас по заливочке вообще? Заливка. С бульоном. О, нашел заливочка. Так, сейчас мы сделаем синенькую заливочку. Как я обожаю работать в Word. Ребят, всем советую Word вообще. То есть, ну. Что ты угораешь, ты сидишь? Он, короче, запустил красавчик. Уважает. Погоди, ты что, Word уважаешь? А меня уважаешь? Он запустил трансляцию на Твиче. Какую трансляцию? С тобой. И чё? Ну, мне насрать, веришь, нет? А? Мне вообще насрать. Я не смотрю. Чё его там смотрят 3 человека? И кто там? Это, с его ником, это Саша Даун, кто его смотреть будет? Саша Даун 228. Чё его там смотрят 3 человека? О, господи. О, а это можно копировать? Копирую. О.
О, да так все будет намного быстрее, господа. Сейчас. О-о-о-о. Ой, кайф. 6 оргазмов. А, нет, не ровно. Ты не минус, да-да. Да-да-да-да-да. Я тут вообще-то взрослыми делами занимаюсь, а ты тут со своими минусами. А я, блядь. Копировать. А можно по-русски разговаривать? Куда ты поехала? Куда ты поехала? Ладно, сделаем новую стрелку. Мне же не сложно, да. Ставка, фигура. Конечно. Роме что? Роме разве есть чем заняться в среду вечером? Что? Конечно. Рома будет делать фи... Ах ты. Так. Ставка, фигуры. Стрелочка, да, вот стрелочки это вообще мое любимое. То есть, ну. В смысле, любимое? Ну, я люблю стрелочки, что непонятного. Не, ну как бы я тоже люблю стрелочки. Но... Тоже люблю, люби стрелочки, вообще нормально. Чё ты? Ты чё? Ты чё? А, нас... не ты. На сколько стрелочки любишь? Ста... Что? На сколько ты стрелочки любишь? Ты про те, которые на колготках, походу, да? Не-не-не, это всё. Ты что, поте? Не! Ну, а в чем вопрос? Копировать, вставить. Куда? Туда! Прямо в гнездо! Под... О, все. Рома, 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 как ты сделал ее такую... такую... линейчатую? Не видишь мою диаграмму. Я не вижу твою диаграмму. Как я могу видеть твою диаграмму? Ну, а что ты тогда спрашиваешь? Говоришь, что она линейчатая. А ты не сделал линейчатый? Ты можешь вроде... Что? Ставка. Ну ты сделал ее линейчатый? Отвали от меня, ладно? Меня тут информатика грузит, еще ты будешь. Какая линейчатая? Ну эту штучку, чтобы она была залинейна. Я ее сделал цвета синих мокасинов таких. Сейчас я тебе покажу. Где, что дальше? Вот, видишь, она такая как бы вот. Как дешевые джинсы. Я не вижу. Ну не видь чё, ладно. Так. А как я буду видеть? Я тебе показал трансляцию, как Саня. Я не могу смотреть одновременно, блин, наверное. Саня, ой, всё. А, это была твоя или Саня? Кто-нибудь, включите трансляцию? Всё! Чувак, если я включу трансляцию, у меня Twitch сядет. Ром, включи ты трансляцию. Нет, уже поздно. Да включи. Всё. Включи. Нет. Да. Понимаешь, доверие его легко, сложно получить и легко потерять. Да покажи ты, как он у тебя выглядит, цвет единицы, магазин-то. Слекс 9 хочет добавить вас в друзья. Не добавляй, это спамер. Кого? Так, походу, да, ко мне тоже какой-то еще стучится, короче, они затрахали меня. Нет, сложно. Короче, я оранжевый ставлю. Блин, ну там уже есть оранжевый, что делать? И синяя есть. Зеленая. Что? Что? Что, даун? Нет, а ты? Давай честного, на чистоту сейчас. Но есть синдром? Типа, слышь, синдром есть, есть. То, что надо, я точно найду. Не раскатывай губу. Каждый карман был пуст. Все достаем по одному, я не чую. А что за диаграмму там делать на? Такое, длинное. Спокойно достаю всю ерунду, капюшоны тяну. Молча стою, курю, дабы не ляпнуть херню. Лопнувшие капилляры, блин, я так точно спалюсь. Тучи сгущались, он нашел бутылку и фольгу. Марихуану, значит, курим, и так? Чей это бульбик? Я ничего не знаю про траву и где ее берут. Я не курил и не курю, не продавал, не продаю. А, бросать трубу, если вдруг, говорят, не по сути, копы пасут и подсунут тебе лишней дури. Да ну и хули мусора сосут, нам бы дунуть. Органы правосудия забыли, что мы люди. В переулках каждый угол пропитанный поникой. В итоге дяди... По форме на бело-синих бобиках громкие вдохи
и выдохи на фоне мигалок. Пацаны не светят ебаным на первых каналах. Как я, как вам моя читка вообще? Так все. Ты можешь победить, быть шаманом, королем всех шаманов. Так, ну я нарисовал. Давай, давай что-нибудь из своего репертуара. Я сейчас умру. Блин, жалко, у меня гитара перестроена, я сейчас деда Максима бы съел. Типа, вот и помер, дед Максим. Нет, ты свое спой. Свое, свою песню? Ты что? Да. Нет, у меня сейчас нет вдохновения, его полностью убил этот гребаный ворд. И что? Моя бабушка мне говорит, что это она ворд придумала, она врет? Нет? Что? Что за херня у меня в ноге? Волос, палец, ног. Ау, у тебя что так боль? Ау, блин, еще в таком месте, что не посмотри. Это что за херня? Ты живое? Он там нашел. Ребята, я, кажется, вышел на контакт с неземным существом. Я в ноге какая-то херня, я не шучу. Мы поняли. Ауч, больно было реально. Как это твое неживое существо? Я ее выдавить пытался, а мне очень больно стало. Ауч, блин. Ощущение, что кусает кто-то. Рабочий стол. Борис. Роман Борискин. Роман Борискин here. Борис Романов. Борис Романкин. Роман Борискин. Йо. Роман. Не, Борис Романов. Это, знаешь, такая типичная фамилия в английских фильмах, когда русский типа Романов, это что такое фамилия? Иванов. Это такие две прям вообще. Самые распространенные фамилии. Не то, что Кизяев там. А. Я чувствую, там все тахомо сделано. А что тахомо сделано? Похоже. Выбили. Не хочу я делать штуки. Ребята, а вы почему мне не сказали, что надо знать значение на 8-й странице таблицы, и что завтра будет математический диктант? Завтра будет математический диктант? А, да? Да-да-да-да. Выучить было неплохо. А что там учить? Там учить нечего. Мне кажется, он умер. Стрелю все. А нет, это гитара была сломана, башка. Ой. Нарисовать там, что, когда же написано 6 для даунов. 6?
Что? Кстати, Ром, будет выступление Райва, знаешь? В этом году... Не выступление Райва, а будет пасно джаз. Я собирался туда ехать, пока не знаю. Может... Не, не пасно джаз, а именно этот, Биг Бенд 20 лет. А, это будет не вместе с пасно джаз? Не знаю. А сколько будет радиан? Вот 180, это сколько радиан? Один. Не, это 1π. А радианов это... А, да, правда. А как узнать, сколько это радианов? Ну, радиан это типа π деленное на 180. А градус это 180 деленное на π. Там же есть все это, Рома, блин, ты че? Градус это π деленное на 180, а π это градус. Нет, градус это количество спирта содержащего. Смешно, Саш! Смешно. Молодец. Сейчас я пойду мамке расскажу. Почему ты плачешь, Саша? Ой, все, отпустил. А сколько зрителей на трансляции? Ноль? Три. Три кто? Откуда я знаю? Все какая... Вот я ставлю, что они корейцы. Я ставлю! Не, это три подписки, сейчас два человека сидят. Каких-то. Я хрен знает, кто это. Так. У тебя две подписки? Три подписки. Они платные? Нет. Тебе никто не донатит? А чего бы мне донатить? Ага, ты никому не нужен. Ха-ха-ха. Ставлю лайк, доначу. Блин. Ага. Ой, это я на пейнтболе. Хера у меня пузо. Оуч. Оуч. Видел пузо. Ох ты ж, ёпты. Ладно. Знаешь, это то чувство, когда увидел свое пузо. Или это чувство, когда ты Роман Норильский. Сейчас кто-то поебал. А? Ничего! Так. Так, стоп. А, у меня, по-моему, вообще другие значения. У меня LMTANJ. А здесь LMTION. Саша! Что? Что делать? Да я сейчас сам пытаюсь разобраться. А ты, я просто сотру. Не, мне все-таки кажется, ее надо было вставить диаграмму. Нет, она сказала. Я пытался нарисовать. Как это нарисовать? Я пробовал. Эти черточки. Тебе показать? Так я их пытаюсь рисовать, но они не ровные. Тебе показать? Покажи. Сейчас я черточки нарисую. Да в смысле, во где? Ну, а где еще тебе нарисую черточки? Хрен знает, где ты можешь их еще нарисовать. А-а-а! Что я сделал? А, вот. Контрол-ща. Физику делаю. Контрол-ва. Да ладно, я уже сделал. В смысле? В прямом. Нельзя так быстро. Я не был готов. Ну, в смысле, я не диаграмму сделал. А что ты сделал? Физику? Что физику? Как ты быстро физику сделал? Ты же можешь реально диаграмму попробовать? Я пробовал. Это ты попробовал, а теперь я попробовал. А что, физику задали? Так, блин, ему задали. Да. Сейчас ладно, играть начнем. Так, значит, нам все, что надо сделать, это вот это все, да? Математика. Что? Я имею в виду по информатике. Ну да, я сейчас отправлю ей. Сами, ты нарисовал этот график? Да, тебе показать? Давай. Только ты отложись. Так, все, скажи. Какой экран? Вот этот. Каким раком ты ее нарисовал? Кажется, давай показывай. Покажи. А, ты. Стоп, а там надо задавать? Смотри. Да-да! Оп! Иди нахер. Ребята. Чего? Там надо задавать какое-нибудь... вот эти вот линейки сверху, там какое-то значение. Что ты сказал? Блять, вот знаешь, эти линейки наверху есть, вот которые вот. А, вот эти вот? Которыми ты пока. Да, да, да. Как? Какое надо там значение задавать точно?
Там должно быть написано где-то. Спасибо! Просто бомбёжка. 6 нет, не то. Да нет, чувак. Раз, два, три, давайте кеску накинем и сделаем сейчас сразу. 8, 9, 10, 11, давай. Ты серьёзно? Что? Сейчас, подожди. Минутка грусти небольшая. Диаграмма была такого, как штрихована. Или ты не делал? Ну ладно. Ну что он не вводит за границу? Черным это какое-то. Сохранить как? Рабочий стол. Желтый. Вы тоже абы как сделали, да? Хватит лагать! Да. Чёрт. Кто чёрт, а? Чё, Матеша? Давай так. Ты держишь попу и больше никогда сегодня не приходишь мне на ум. И то, что тебе надо делать, и то, что тобой надо заниматься, и то, что якобы ты вот надо экзамену готовиться. Ладно, давай ты просто сейчас идешь нахер и все. Ну ладно, я устно попробую порешать. 15. Первая строчка. Значит, выразите радианную меру данного угла с помощью часов. Хорошо. Нет, не сдаемся. Тут написано 12 градусов. 12 градусов. Все, я закончу. Сань, какое это отправить сюда или сюда? Ребята, как градусы в пи перевести? Но. Умножить. Нет, стоп, стоп. Разделить на 80? На 180. На 180, да? То есть 12 градусов разделить на 180 получается. Сейчас я скажу, сколько получается. Вот мне дано 12 градусов. Надо выразить это в пи. Я 12. Смотри.
Один радиан 57 градусов. Один пи это 180 градусов. Ты дурак? Нет. Давай честно, ты дурак? Ну, чуть-чуть. Саня, вот смотри. Слушай, а куда загружать? Куда отправлять? По-моему, а, вот, куда на Т2, там такое, лиса. Да? Ну, я откуда знаю, куда ты там убегаешь. Ну, вот посмотри сюда. Ну, подожди, сейчас свой отправлю. Какая из этих? Кассу там, не. Там, где код, он просто на ручку нажмёт. Почему у меня твоя работа до сих пор осталась? В смысле моя работа? Ну, которую неделю назад делали. Не волнуйся, её уже нет. Дауны? Господи, помогите мне! Все, я отправил. Ну, Саня, вот смотри, вот куда, что? Зачем я на все курсы разом открыла? Какой? Слушай, Сань, можно тебе вопрос? А зачем ты в наш там Moodle зашел? Мне надо, ну то, что ты мне скидывал, отправить. А что я тебе скидывал? Ну ты штучку, вот это вот. Какую? Вот, я показываю. Сисукор. В смысле, ты у меня скопировал ее? Нет, я имя поменял. Разница? Да, короче, давай, я сейчас покажу. Мне никто не поможет, да? Да сейчас, подожди, надо с одним разобраться. С одним давно разобраться надо. Короче, смотри, подожди. Вот видишь там Лази, Юлисаны, Сисукора, Ломины. Вот да. Туда, короче, кидай. Выбрать. А да почему 15? Твою морковку. Мне дали 12 градусов. Короче, эту трансляцию как минимум посмотрел сейчас. Ты что, охренел, я не понял? Смотри, мне дали 12 градусов. Ну. Я их переношу в числитель к пи и делю на 180. По как минимум 8 человек. Я делю числитель на 12 и знаменатель. Сейчас я свою страту принесу. Включи. Ну блин. Ну у тебя вебка там есть, не знаю, чтобы тетрадь хотя бы видел, то ее. Короче, сразу говорю, я решил все примеры. Точнее, нет, я решил все задания, но по одному примеру из них, первое. А я еще ничего не решал. Ща, погоди. Рома. Роман. Борис. Ты что, не видишь, что я тебя слушаю? Ты хоть отреагировал бы? Вот смотри, всё, там вернусь. Первое задание это пи разделить на 6, да? Какое у нас задание вообще? Какое это первое? Чё, охерел? Ну там одно из первых, там что-то где-то было пи разделить на 6. Там где синус пи разделить на 6? Нет, просто пи разделить на 6. О, если я сейчас такого не найду... 715-е, ну-ка. Это, короче, в 715-м шестое задание. Ой, я нашел задание 666. Ром. Определите, в какой четверти расположен каждый угол в задаче 664, интересно. Рома. Что? Ничего относительно стрелочки. 715, ты шестое, открой. Ну. Вот, видишь, там пи разделить на 6. 716-е? Или 15-е, я не знаю, зачем. 15-е, но пи разделить на 6. 15-е! Вот, там надо перевести это в градусы. Ну. Вот. Короче, умножаешь это на формулу 180 разделить на пи, сокращаешь пи, делишь 180 на 6, у тебя получается 30. Саня, а что по киску на химии делать? Окей, а как градусы перевести в пи? 12 разделить на 180? Если мне дали 12 градусов, как перевести в пи? Короче, смотри, если я даю 12 градусов, как перевести в пи? Да. Разделить пи на это число. Подожди. Сейчас. Подожди. Кто идет на дополнительный кролич? Ну ты вообще смотри. Берешь. Ну да, берешь градус, который тебе нужен найти. Ну. Умножаешь его на пи. Так ему надо этот градус найти. Нет, нет, дали градус, надо его в пи выразить. А. Ну вот, умножаешь его на пи и делишь на 180. Что? Умножать на пи и делить на 180? Подожди. Так, сейчас выразите градусную меру с помощью числа пи. А, выразите радианную меру данного угла. Где ты нашел то, что завтра будет что-то там?
Она говорила там, по-моему. Лобачёва стояла. О, ну вот, даже так. Короче. Саня. Я делаю. Не, вот смотри, там дано 2 радиана. Надо перевести их в градусы. Я тупо 2 умножил на 180 разделить на пи. Я правильно сделал? Да блин, только с физикой закончите радианы, тебе в математике начались. Шопа полная. Ладно, все, я пошел, ребята. Куда ты пошел? Спать. А математику кто делать будет? Я сделаю ее давно-давно. То есть? Ну, в смысле, я сделаю ее еще за час до того, как мне Рома позвал. Я у тебя я еще... сделал каждый номер по одному примеру. Но скинь мне их тогда. Ладно. Я посмотрю. Короче, мне никто не поможет, да? Да ща, помогу мне самому собраться. Блин. Так, как я это в классе делал? Так, 37 градусов. Равняется. 30. Короче, мне никто не поможет, да? Да ща, помогу мне самому собраться. Блин, я сутвич открыл. Короче, смотри, тебе нужно градусы в радиана, да? Не-не-не, тебе надо выразить градусы... Просто объясни мне тему. Ну давай лучше сначала на пример, потому что так это долго будет. Ну смотри, допустим, возьмем номер 715. Тебе надо выразить меру какого-нибудь угла с помощью числа пи. Берешь, допустим, ну тут... 12 градусов. Выражаешь это как... О, подожди. Как 12 градусов, умноженное на π, поделенное на 180 градусов. Потом 12 и 180 сокращаем. Я бы еще на калькулятор нашел. Можно сократить на 12, если что. Но ответ он не такой. В смысле? Ответ π разделить на 5. Пи на 5. Угу. Но он не может быть таким. Может там пи на 15? Ну-ка. Подожди, а если... Сейчас. Там было 712... Или не 715. Короче, ребят, добавьте друг друга в скайп, я реально понял, у меня башка болит. Окей. Ну я, в принципе, добавил сейчас тогда. А, ну он мне... Так, на чем это я там? А если попробовать, допустим, шестое, так, 180 делить на 40, с 4,5, ну-ка там будет... Почему? Можешь 40 разделить на 180? Ну, 40 на 180. 4,5, точнее, пи делено на 4,5 должно быть, ну-ка, 2 пи на 9. Ну да, 2 пи на 9. Там, короче, просто опечатка, там должно быть пи на 15 деленное. А, окей. То есть должно быть 4,40 тогда. Просто эти градусы делить на 180. Да, и потом типа прибавляешь пи. Это через пи. Потом, если это через радиан, там это потом преобразовываешь в другую формулу, и там уже пи считается не как пи, а как 3,14. Но это уже другая задача. И это тогда получится в радианах, да? Угу. А так оно в чем? Тоже в радианах. А если без пи, то то же самое в радианах, просто число будет не такое точное. В смысле? Ну смотри, сейчас мы выражали через пи. А если без пи, тогда то же самое в радианах, только будет число не такое точное, потому что там умножать на 3,14. Я не знаю, что будет, если отсюда как-то пытаться убрать пи, но я туда пи можно только убрать, если поставить ее. О, господи. Хорошо, а вот 717 переведите в градусную меру. 2 умножить на 180, что ли? 715. 717. 17? Да. Там такой есть. Номер 717. Переведите в градусную меру.
А, ну это да, это радианы. Ну-ка, ща, я вся попробую 717-е. Четное. Так. 0,8. В градусную меру. Ну тут это типа берешь вот 0,8 и там формула уже типа 1 радиан равен 180 деленное на пи. Берешь там... Так там это радиан типа 0,08, да? Угу. Просто мне написано. И тогда его надо делить, получается... Уже на 3... Так, ну-ка. 0,50... Что? Блин, мне нужен нормальный калькулятор, подожди. Так, сейчас попробую еще раз. 180 деленное на 3,14. 57, да, короче. Это угол. Один радиант. Так, если взять... Так, чё, как? Сейчас, я думаю... А, ну тогда, короче, 180 умножаешь на эти радианы, там 0,08, no. И делишь на пи, только пи уже будет как 3,14, ну, стандартный. Там будет где-то 4,5. Чё, точно правильно? Умножь на 180 разделить на пи? Да, нужно 180 делить на пи. Ну, я сейчас проверю. По ответам. Да, 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 так и есть. По ответам, да? Да. Только надо перевести еще там градусы. В секунду, в минуту. Ну да, где так. 4,35, 0,955. Вот так. Угу. 4,35, 1. Ну, типа того. В смысле, 1. То есть, короче, если я перевожу градусы, то надо их разделить на 180. Если я их... И сверху будет пи. Если я перевожу радианы в градусы, тогда это нужно умножить на... Нет, умножить на 180, да, и разделить на 3,14. Да. А... Так, еще там задали номер 726. Да. Это как? По калькулятору? Только секунду, я там, да, я там даже не вижу. А, вычислите. А, она типа говорила, что надо... Вообще таблица, которая где-то у нас до этого была. Ну, да. Там, где все эти градусные меры, где она. Его там, типа, надо все эти 30 градусов, 45, запомнить их... выраженный через пи. Ну, там, ну принципе... вот, типа, там где на странице 208? Не, 197. А, ну, в принципе, на 200 там где-то еще было впереди. Да, вот 208. Ну, там, в принципе, просто, если знаешь... Подожди, что... а смотри, тут нет такого в таблице. Вот первый же номер, 2π разделить на 3. 2π делить на 3. Почему? 2π на 3, это у нас по... А, не... А, там, сейчас я вспомню, как это было. Когда было как-то там быстро. Это 180. А, да. 180 это пи. Короче, умножаешь 2 на 180, делишь на 3. Получаем 180 умножить на 2, делить на 3. Стоп, 180 это не пи. 180 разделить пи это 180. Пи равно 180. Да. На 208 страничке табличка. 180 равно пи. А, ну да. И чтобы, короче, там найти, там надо 2 умножить на 180, то бишь на пи, и делить на 3, там получается угол 120, из него уже синус. А угол 120... Это там, типа, сейчас, 120... Это, ну... это, а, это 90 плюс 30, да, типа, и по тем формулам. Да? Которые, ну, по формулам приведены. Ой, да, еще так надо. Так, точно. А, она, короче, говорит... Бля... Она еще это упомянула, ну-ка. М-м-м.
Так, там еще надо преобразование записывать. А, сейчас, короче, это сам буду записывать. Син. Синус 2 пи на 3. Как синус. Как синус. Знаешь, что я обычно делаю в такие моменты? Обычно в такие моменты я просто беру и... Синус. Да. Угу. Ну, короче, я примерно вспомнил, что надо в 726 делать. Ну там поп-формула приведи. Еще, подожди. Пойду в дотку играть. То есть тебе на математику похер, да? Не, я уже все понял. А в 726 понял? Да.
А ты понял, как преобразовывать надо? Ну смотри, короче, умножаешь пи это 180, 2 на пи, 360 разделить на 3, получается 120. 120 это синус 120, это по-другому синус 90 плюс 30, то есть это косинус 30, и если синус 90 равен скольки там? А, нет, погоди, синус 90 плюс 30 это вторая четверть, он положительный. Косинус получается... 30 и корень из 3 на 2. Да, вот и все. Ну, она это говорила переводить не через градус, а через пи. Ну, там, в принципе, как я думаю, ты и так понимаешь. И это через 180, типа. Там и так получается. Тогда не, и тогда не надо через этот. Ну, ладно, раз ты все понял. Так. Что, погоди, что ты говоришь, что не так? Не, я просто... Ну, ты переводишь через 90 градусов. А там тогда он меняется на косинус. А я... Ну, я так сказал, косинус 30. Ну да, а я через... Не 90, а типа представил как 180 минус какое-то число, и тогда я... синус сохраняется. Тогда у меня синус 60. Ну, в принципе, косинус 30, синус 60 одно и то же. Ну, просто, чтобы не париться. Как бы можно и так. Ну, раз ты все понял... Вообще пошел. Я опять все прослушал, что ты сказал. Забей. Там ничего интересного.